Например, я создам материал и назначу его на одну плитку. Назначается на все, потому что инстансы. Но тут есть галка. Так, отменяйся. Не отменяется. Ну ладно, создам другой материал. Материал стандарт. Цвет какой-нибудь у него сделаю. Назначу его на какую-то плитку. Чтобы мне можно было назначать на каждую плитку свой материал, мне нужно взять и в настройках убрать галку здесь. Propagate Material to Instances. То есть по умолчанию Max назначает на все зависимые копии каждого объекта один материал. Если галку беру, тогда можно уже назначать отдельные материалы на отдельные объекты. Записываю.